Алгоритм действий при разрушительном землетрясении сегодня отрабатывали экстренные службы. В Казахстане продолжаются масштабные учения ЖЕР-2023. Возможности республиканского оперативно-спасательного отряда, развернутого в Алматы, оценил министр по ЧС. Здесь расположились пункты управления, мобильный госпиталь, палаточный лагерь для пострадавших, а также отработка практических навыков аварийно-спасательных формирований при ликвидации последствий стихийного бедствия. Подобные мероприятия прошли во всех сейсмически опасных регионах страны. Сюда прибыли у нас представители практически всех областей. Оперативные группы прибыли в составе заместителя акима области под руководством его, и с ним идет команда областная. Это сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и других структур. Уточняю, сколько населения проживает в данном регионе, сколько школ, сколько больниц, где они расположены. Ну, естественно, подъездные пути и площадки, где можно разворачивать палаточные городки для приема людей, оставшихся без крова, и пункты питания, соответственно. Ну и, соответственно, пункты оказания медицинской помощи.